Всем привет, ребята! Сегодня у нас праздник, 9 мая. Хочу вам показать наш памятник. Вот, воинское захоронение здесь. Вот. Сейчас вот пройдем туда, посмотрим. Вот. Здесь уже побывали с утра. Цветочки положили. Вот, благодарные односельчане землякам, павшим в боях 41-45 год. Но это, наверное, не все односельчане, столько. Это, наверное, все, которые тут погибли в мокром. Так, ну здесь раньше было много народу, да. Может, да. Ну, потому что, видишь, однофамильцев много, потому что односельчане, родственники все. Да, очень много однофамильцев. Да. Павшим воинам. Героям. Ребята, всех вас с праздником! С праздником Победы! А, и там вон еще могила, да? Вон там вдалеке, за забором. Тоже со звездочкой. Тоже там какой-то воин похоронен. А сейчас, если пройдем туда... Ну, не пройдем. А вот калитка. Сейчас посмотрим. Вот. Сейчас посмотрим, что за могила здесь. Я сама еще здесь не была. Вот, да. Остановитесь, товарищи. Здесь похоронены Морозова, Жукова, Федоришкина, погибших Широченко, да? Погибших от немецко-фашистских захватчиков в мае 42-го года. Да, ну вот. Тоже герои. Слава героям!